Молодая тигрица Влада из приморского сафари-парка своими лапами слепила снежную бабу, сообщает РИА Влад-Ньюс со ссылкой на сайт организации. Весь процесс лепки попал на видео одной из камер фотоловушки. Кстати, Влада – дочь самого популярного тигра приморского края Амура. Его знают далеко за пределами региона. Амур прославился дружбой с козлом Тимуром. Эта история в буквальном смысле прогремела на всю Россию в ноябре 2015 года. И до сих пор в приморский сафари-парк стремятся, чтобы в первую очередь посмотреть на знаменитого тигра.